с Бричан до Окницы плохая, вот вся такая в латках. Бывают, конечно, участки, где получше, но в основном вот такая шляпа везде. А в этом селе вообще туши свет. Как видим, одни латки. А что это за село? Это я еду в Токаево. И даже не смотрю. А вон там есть. Мы уже будем выезжать с села, сейчас посмотрим. Ну, Користауц. Село Користауц. Вот мы только что проехали. Такая дорога плохая. И очень одиноко здесь. Нужно проверить давление в шинах, особенно с правой стороны. Но здесь либо из-за наклона дороги она так уходит сильно вправо, либо шины чуть спустили. Потому что раньше я вот отпускал руль, она едет ровно, а сейчас... Видим, уезжает куда-то. Но это, скорее всего, из-за дороги. Время без 23. До Охницы нам осталось вот столбик, смотрим. Ах, столбик разбитый. Около 20 километров. Давай, хоть какая-то машина навстречу проедь. О, здесь есть люди. Ау. Очередное село. Хедереуц. Вот машина едет, ура! Окница 16 километров. Какая красота, да, ребята? Так приятно ехать. Не то, что эти городские джунгли. Приятно. Еще и под приятную музыку. Железнодорожный переезд, если светофоры не работают и стоит знак стоп, значит нужно обязательно остановиться. А если светофоры моргают желтыми, они обычно должны моргать желтыми или белыми, то на знак стоп не останавливаемся. Верно я говорю? Светофоры же имеют преимущество перед знаком. Это я в ТикТоке слышал. Ну я, конечно же, знал, учил правила. Слева у нас Украина. Всем своим украинским подписчикам привет. В частности, Винницкой области, город Бар. Отправляем туда привет. Охница прямо. Ой, Охница, Атаки прямо. А Охница как бы тоже прямо. Заехали мы. Окница, привет. Привет подписчикам. Знаю, что есть. Один раз я снимал ролик, тоже в Окнице был.
И подписчик как раз написал комментарий в Ютубе. Типа, привет, видел тебя только что в Окнице. Приятно читать, реально приятно читать такие комментарии. Приятно, что узнают, знают. Все-таки реклама на машине делает свое дело. Опа, здесь сделали часть дороги. Ничего себе. Ладно, буду я работать. В общем, здесь информация будет не для общего пользования, так сказать. Скоро встретимся. Город Окница. Смотрите, как чисто. Сколько парковочных мест. Просто рай. Паркуйся где хочешь. Пробки? Что? Они даже не знают, что такое слово пробки, что это означает. Не кайф. Что вы все рвете с Кишинев? Вот. Хороший город. Правда, не знаю, чем здесь заниматься. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Я вот наслаждаюсь. Наслаждаюсь поездкой. И такими вот городами. Конечно, продажи у них слабенькие, но зато пробок нет. Да, такими темпами вообще скоро народу мало останется. Эта улица, если я не ошибаюсь, 50 лет Победы. Не знаю, может, с утра здесь есть какой-то движ, но вот полчетвертого и вообще расслаблен. Этого мужика опять нету здесь. Блин, да с каким он работает? Эти вот что, негде, бля, больше разговаривать, как на пешеходном переходе. Вот стоять там. Сейчас еще заеду к одному клиенту и в атаке. Умничка. Умничка ты, собачка. Вот, люди, берите пример собаки. Дорогу переходим, не перебегаем, переходим только на пешеходных переходах. Ну что, Окница, спасибо за гостеприимство. Нормально мы так пообщались. Нравится, когда вопросы задают. Вот сейчас общался с консультантом. Нормальная женщина. Вот. Видно, что заинтересован человек. И такой вопрос, и такой вопрос. Особенно ее поражает наш фильтр для самогона. Да, это супер изобретение. Вот самогонка после этого фильтра. Я вам говорю, что не болит башка после него. Не болит. Проверено. Причем мной и многими другими. Здесь надо было уступить, но слава богу, что некому. Ну, в общем, такие
Ожидал я, если честно, большего. Собрал пару заявочек, но когда приеду в следующий раз, не знаю. Может, соберется какой-то маршрут с другой стороны, там, Резина, Солданеште, Флореште, Сорока, Атака, Атаки, и может, и вот и Окница попадет в эту доставку. Ну, поедем сейчас в Окницу и узнаем, что да как там. Такая вот Окница, спокойная, непринужденная. Люди живут своей жизнью, никуда не торопятся. Правда, я не знаю, что творится у них в голове, но визуально вот спокойно, никто никуда не бегает, все спокойно ездят. Даже я от них, вот, смотрите, заразился, еду 30 км в час. Спокойный город. Не знаю, ну у меня такое ощущение. Ну, конечно, вот если кто спешит, конечно. Что дальше? Дорога в Атаке. Недалеко. 30-40 км максимум. Увидим Могилев-Подольск, Днестр. Красивые места там. И кучу-кучу железнодорожных переездов, там штуки 5, наверное. Ну что, до скорых встреч, Окница. Подписчикам своим большой привет. Я не помню всех, но их, правда, не так много, но не помню. Помню, ребята писали, что из Окницы. Вот перекресток Бричаны-Единцы. Налево, вот тач, 30 километров направо. Сейчас будем ехать вдоль границы. Есть слева пограничный пункт, и мы повернем направо. И да, так. Время без 15:04. До Кишинева нам до хера, 230-240 километров. Если с Окницы выезжает, там 220. Но мы еще сейчас сделаем круг. И дорога будет вот такая вся, в латках. Ну хорошо, что в латках, хоть не... Ой, извините, хоть не в ямах. Молодцы, что ремонтируют. Как-то не ремонтируют так, что хрен проехать. Решай, как ехать. Перекрыли все здесь. Спасибо. Только пускай этот с шлангом уйдет. Бляха, прямо в яму. Ну, молодцы, что ремонтируют. Удачи вам.
Вот таможня, про которую я вам говорил. Вот здесь. Таможенный пункт Окунца. Вот и расскажите мне, блин, проехал. И что, не видно, да? Бляха. Там, короче, вот есть знак. Хотя давайте я вам покажу. Вот 110. И у меня вопрос, где можно ехать 110? Где? Уважаемые эксперты, прошу написать комментарии, где вы знаете, что в Молдове можно ехать 110. Я не знаю таких дорог, магистралей. На Славчу хочу попасть, ребята, хочу попасть на Славчу. Ну как, блин, попасть? Теоретически сейчас можно, блин, но мне надо в атаке успеть до 5, сейчас уже без 10:05, ой, без 10:04. Блин, и на Славче рукой подать, вот знак. 8 километров. Ну, это минимум час. Доехать туда доедем быстро, а там же надо еще погулять, посмотреть, понту приехать и увидеть и уехать. Найдем время, я вас только говорю, что найдем время, блин, и вот лето прошло, уже осень, и так я нифига не... Ну пока погода, надо успеть. Поедем на осенний листопад, когда все желтое будет, уже вообще красиво будет. Смотрите, я вам говорил, помните про урожай яблок? Смотрите, какие. Деревья прям забитые. Блять, а если пойти и одно яблочко взять? Как думаете? Так хочется яблочко. А может нельзя? Да я, бля, что много яблок съем. Только вы никому не говорите. Если что, вы виноваты. Смотрите, какая красота. Какие яблочки, да? И все такие, вон там еще тоже. Вроде все обошлось. Сорвал я пару яблочек. Я ж не целую фуру здесь буду воровать. Смотрите, какие красивые. Вот, взял пару штук. Там до Кишинева еще там 200 с чем-то километров. Так. Давайте. Сейчас прям так об футболку прям вытеру. При вас сделаю дегустацию. Сейчас. Вкусно.
Что я такой честный? Надо было больше взять. Здравствуй, Днестр наш. Здравствуй, Днестр наш. Сейчас будет часть дороги такая красивая. Так мне нравится здесь проезжать и постоянно с вами этим делиться. Смотрим. Это устройство заблокировано. Шо, блядь? Ой, никогда не покупайте себе китайские телефоны, блядь, это просто жесть какая-то. Так они тупят конкретно. Смотрим, наслаждаемся. Хотел бы сейчас Алене ответить, но она... Это падла заблокировала, все, заработала. Красота. Очередной железнодорожный переезд. Я не знаю, ребята, видно вам, нет, Днестр?